треке «Студенты» конкурса управленцев «Лидеры России» из 127 финалистов победу одержали 54 участника. Двое из пяти победителей от Московской области – Никита Зарипов из поселка Внеисок и Кирилл Медведев из Одинцова. Финалисты должны были продемонстрировать нестандартный подход к решению кейсов и практических задач, в том числе коллективно. Жюри оценивало их способности в аналитике, а также навыки управления и креативность. Молодые люди справились блестяще.